Первые живописные автопортреты Рембрандта исполнены эскизно. Они кажутся не вполне законченными, в чем-то приблизительными. Облик юного Рембрандта дается без особых прикрас. Шапка непослушных светло-рыжих волос опускается на низкий лоб. Широкий нос чуть-чуть раздвоен на конце. Нижняя часть лица сильно развита. Маленькие, глубоко посаженные глаза смотрят на нас вдумчиво и печально. Лицо, ярко освещенное падающим слева светом, выступает на нейтральном, то есть одноцветном и равноосвещенном фоне, где отсутствуют изображения каких-либо предметов. Темно-серая, почти черная одежда с белым отворотом, немного смятого воротника, выпущенного на блестящую стальную ленту, облегающую плечи, удачно аккомпанирует лицу. Средняя горизонталь картины, то есть воображаемая линия, делящая картину пополам, проходит не на уровне глаз, но под гордо замкнутым ртом, и потому голова кажется приподнятой, а взгляд направленным немного сверху вниз. Сохраняя сходство, Рембрандт стремится подчеркнуть вертикальные членения лица, придать своему облику известную утонченность, даже аристократизм. Сын мельника, избравший молодоходную профессию живописца, судит о себе самом чрезвычайно высоко. Перед нами отважный юный рыцарь. За его внешней сдержанностью кроется редкая сила воли и ума, целеустремленность и сосредоточенность. Лицо юного Рембрандта с поэтической прядью на лбу полно движения и жизни, и дышит волей и разумом. Таков гаагский автопортрет 1629 года.